Всем доброго времени суток, с вами канал Артмани, и сегодня у нас видеообзор на вот такую вот шоколадку Несквик от Nestle с клубничкой, молоком. Так она выглядит, 100 грамм. Покупала по акции где-то в районе 50 рублей. Так что она красиво выглядит. Давайте ее откроем. Да, также будет на состав фотографии в конце ролика. Вот. Давайте ее попробуем. Так она выглядит. О, какой красивый, посмотрите. А пахнет клубничкой как, обалденно пахнет. И давайте попробуем. Оп. Так, я смотрю сразу. Прослоечка есть, как и нарисовано. Правда, смотрите, она неровненькая. Ну, мне кажется, довольно сложно, наверное, в шоколадке все-таки сделать прослойку. Мне кажется, это очень сложно. Да, прям такой, знаете, шоколад с клубникой. Но больше ощущается клубника, вкус клубники. А шоколад, ну да, ощущается как молочный шоколад. То есть не такой, как бабаевский, например, там прям шоколад. А просто как молочный шоколад ощущается. Неприторное такое, нежное, мягенькое оно такая. Как бы она сладенькая, но не приторная. Но клубника прям ощущается очень вкусно. Потом даже ломается хорошо. И вот побольше начиночки. Очень даже шоколад, очень, видите, мягкий. Его и разжевывать приятно, и пососать его можно. То есть если бабаевский, то он жесткий, он всегда жесткий. А здесь вот мягенький, ну он считается как детским для детей, и в принципе он не приторно сладкий, он такой очень приятный на вкус, очень вкусный. Советую, я бы посоветовала, я бы, честно говоря, еще купила бы много-много. Послевкусие такое приятное, такое клубничное. Давайте к нам еще отломаем. Вот она, видите, тоненькая. Тоненькая прослойка. Здесь тоже тонкая. А вот с этой стороны потолще немножко. Ну вот, всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Напишите в комментариях, пробовали ли вы такую шоколадку, понравилась она вам или не понравилась, чем понравилась, чем не понравилась. Ну, вот, может быть, вы хотели бы ее попробовать. Вот, также смотрите другие мои ролики, в наши влоги, как мы с сыночком живем, как мы с ним путешествуем по городу, моему сыночку год и 9. Кулинарные рецепты. Вот. И много-много всего интересного у меня на канале. И всем пока-пока.